Привет всем. Получили вот заказ на уборку, на финиш. Знакомый наш попросил прибрать квартиру после новой квартиры. Купили ее и хотят заехать вот завтра, послезавтра начать въезд. Начали смотреть, и вот что тут происходит. Все стерто. Это не грязь, это стертое. Глазурь. Просто стерли. Ну вот отколото. И так почти весь пол. Вот интересно, что это за такой состав они использовали и чем терли, что я первый раз такое вижу. Я видел раньше, но это старая плитка была затертая, стертая. Но, видимо, это с этой плиткой очень часто повторяется, потому что я подобное видел тоже. Вот так можно помыть керамическую плитку. Что стереть все напрочь. Все, спасибо за внимание. А углы вот так вот помыты. В углах все осталось. Советовался с специалистом с России. И посочувствовал мне только. Ничего сделать нельзя.